Зашла во двор, ребят, чтобы посмотреть. Проспект Героев 26-2. Вот этот дом. Красносельский район. Смотрю, здесь садик во дворе. Мы не в тех новостройках, а где-то примерно от прогулочной зоны метров 700. Специально сюда даже проехали, чтобы сравнить. Там рядом с набережной новостройкой на Ленинском проспекте. А здесь мы по прямой проехали. Смотрите, здесь дома постарше, тоже интересно. Они аккуратненько выглядят. Все аккуратненько, симпатичненько. Угу. Здесь рядом торговый центр Балтийский. По-моему, мы проезжали. В общем-то, район такой уже живой. Мне кажется, здесь уже все есть. Детские сады, поликлиники и школы. Так, для сравнения посмотрим, сколько стоит квартира в этих домах. Видите, здесь видно, что дома чуть постарше, но все равно они еще такие новенькие. А вот, наверное, это парковка. Где-то здесь торговый центр. Мы поворачивали. И несколько торговых даже центров видела я. Классно. На первых этажах, как всегда, магазинчики. Вот сейчас выйдем на центральную улицу. Сравниваем районы. Красносельский. Юго-запад. Да? Да. Да. Западный район больше. Юго-западный, юго-западный, южный. Совсем южный нет. Но юго-западный. Ой, ну что-то опять непонятно тает. И тут же что-то еще опять летит. Это дом такой интересный впереди. Пишите, ребят, кто живет на Ленинском проспекте, в Красносельском районе. Как-то обошла, куда обошла? Думала, что это торговый центр. А он, наверное, есть торговый центр. Сейчас посмотрим. Идем. Смотрим вокруг. Сколько здесь квартир стоит? Тоже интересно. Снимать квартиры и купить квартиру. Аренда и покупка. Чего я не помню эти дома? Мы их проезжали или нет? Сейчас мы видим, где мы тут, наверное, адрес будет. Так что, друзья мои, хорошего дня, хорошего настроения. Наконец-то мы добрались до Красносельского района. Но это, конечно, малая часть его. Совсем маленькая часть. Так, сейчас мы посмотрим. Ага, проспект Героев 24. А, вот там торговый центр. Он виден. Марочка, вот он виден. Понятно, где мы. Вот, смотрите. Вот там до конца доехать и будет прогулочная зона. Ну, метров 700. Наверное, надо проехать. Правильно я поняла? Или откуда? Нет. Ребят, я вообще говорю вам, что это не то. Вот там, наверное. Так, что это? Мойка. Проспект Героев 24. Там дальше автомойка. Ну и все, погуляли мы. Героев это проспект. Почему я думала, что по Ленинскому мы свернули? Короче, это не мой район, поэтому я вместе с вами его изучаю. Адреса посмотрели. Все, ребят, смотрим, сколько здесь стоит недвижимость. Хорошего дня, хорошего настроения.